После такого зрелища и домой возвращаться не хочется. Спадает дневная жара, стаи насекомых возникают словно из ниоткуда и кружат возле домов. Для жителей улицы Кирова приятная вечерняя прохлада в квартире теперь непозволительная роскошь. Окна открывают с опаской. Ну вот вечером, конечно, все облепят, все стекло. Не откроешь окно, уже не откроешь. Сидишь на лавочке, так тут сидеть-то под ними невозможно. Вот эти мошки, букашки, все облепляют, а вечером так... Балконные окна, такие окна комнатные, все облеплено. Экологи, конечно, бьют тревогу, что нельзя срубать деревья, потому что зелень, кислород. Но вот деревья погибают, конечно, жалко, что вот микроорганизмы там вселяются. А они сейчас микроорганизмы привычные к любой среде. Вот поэтому дерево нужно хотя бы подрезать, не обрабатывать. Это очень затратно. Подрезать, чтобы было силы. Если сила будет у дерева, конечно, он будет справляться со всеми этими микроорганизмами, букашками, всякими червяками. Стоит зайти в подъезд, невольно замираешь. В помещениях живность чувствует себя прекрасно. О том, что во дворе властвуют насекомые, хорошо видно и по деревьям. Листья старых тополей безжалостно изъедены и выглядят больными. При благоприятных условиях эти насекомые способны на массовое размножение, что приводит к вспышке численности. Тополиная моль представляет собой бабочку размером до 4 мм. С пестрыми крылышками, поэтому ее называют иначе еще пестрянкой. Относится она к минирующим видам вредителей, так как оставляет на личинке, то есть гусеницы этой моли оставляют на листьях тополя. Нужно проводить такие меры борьбы, как побелку стволов, заделывание дупел, сбор поврежденных листьев и их уничтожение. Также делают кронирование деревьев. Во многих регионах России кроны деревьев и почву вокруг опрыскивают химическими средствами, безопасными для человека. Но только не в Забайкалье. Здесь гиганты тополя возвышаются даже над пятиэтажками, не говоря уже о зданиях пониже. В управляющих компаниях дезинфекция не входит в перечень услуг. Администрация города тут тоже бессильна. Поразительно, но против крошечных существ, кажется, нет приема. И они оказываются победителями в сражении с человеком. Юлия Сидельникова, Николай Шунков, ЗапТВ.